Обеспечение общественной безопасности и правопорядка – одна из основных задач правительства Московской области. С этой целью в Подмосковье внедряются современные информационные системы. Важное значение имеет видеонаблюдение. В пилоте Московской области находятся города с населением более 100 тысяч и населенные пункты, с городские и сельские поселения с населением более 10 тысяч. По Одинцовскому району это городское поселение Одинцово, лесной городок, Большие Везёмы, Голицыно и Кубинка. Специальным постановлением определены единые принципы и регламент установки видеокамер. Сформулированы общие технические требования, разработаны правила подключения оборудования к системе «Безопасный регион». Пользователями системы станут структуры, которым на самом деле необходимо получать оперативную информацию. Это прежде всего полиция, ФСБ, МЧС, службы 112 и органы местного самоуправления. В районе подключение ведется в двух направлениях – к социальным и коммунальным объектам. Так, в Одинцово 56 соцобъектов будут находиться под наблюдением 165 камер. Их планируют установить до конца этого года. Главы поселений отчитались перед комиссией, обозначив количество необходимых видеокамер и определив сроки реализации проектов. В нескольких населенных пунктах установку видеокамер будет осуществлять телерадиокомпания «Одинцово». Ее генеральный директор пообещал выполнить все обязательства согласно графику. На текущий момент исполняется контракт по Заречью, первый этап Жаворонки, первый этап Голицыно с лесным городком. Что касается Заречья, первого этапа выполнен на 80%, поэтому мы там в срок идем. Жаворонки также на 90%. В ходе заседания отдельно остановились на вопросе снижения травматизма и гибели людей на железной дороге. Так, за прошлый год в районе погиб 31 человек. В этом только за неполные 9 месяцев – 28. Андрей Иванов потребовал от комиссии усилить меры профилактики правонарушений на железнодорожных путях с целью предотвращения несчастных случаев. Срок исполнения – 1 месяц. Анна Макарова, Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».